Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мёд, а с отцом и подавно. В доме тарам-тарарам, папа нас по утрам кормит жёною каши. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалости наши. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем. Каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. Пошли на балкон, пси на нас из окон, поглядя домочадцы, как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки, поля, бы у всех бы падали шляпы, вот красота, только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Пап страшен доскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанья попы, вот подрасту и буду шлепать папу я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коли сам я взлетел, так взлечу вместе с папой.